Добрый день. Меня зовут Игорь Сейвец. Я представляю бизнес-инкубатор «С нами будущее». Значит, я являюсь директором бизнес-инкубатора «С нами будущее». Что из себя представляет бизнес-инкубатор? Бизнес-инкубатор – это полукоммерческая организация, где любой предприниматель может прийти и получить различные виды консультаций, а также мы поддерживаем такие специфические вещи, как бесплатное открытие юридического лица фирмы, предоставление офиса до полугода на безвозмездной основе, проверяем бизнес-планы, консультируем, предлагаем бизнес-идеи, находим партнеров, инвесторов. Также я представляю стартап-акселератор GeekSuite. Что такое стартап-акселератор? Это организация, которая за время обучения, когда вы приходите туда обучаться, за время обучения программа стандартная занимает продолжительностью где-то 3 месяца. За это время вы получаете либо первые продажи, если у вас не было их. Если у вас были продажи, значит, мы увеличиваем их минимум в 2 раза. В идеале это 10-кратный рост за 3-месячный период. Мы используем методологии топ-4 акселераторов мира. Все стартапы, почти все стартапы, они проходят обучение. Либо разные акселераторы акцентируются на своем, кто-то увеличивает продажи, кто-то проверяет свои, проверяет идею, стартап-идею, какие-то акселераторы ориентируются на нетворкинг, какие-то на выход на определенный регион. Мы же фокусируемся на проверку вашей идеи и кратного роста компании. Что еще хочу сказать? У нас также есть в конце октября конкурс стартапов. Значит, это бизнес-форум и конкурс стартапов. Там выступают стартапы со своими идеями перед инвесторами, а также спикеры с различными интересными темами. Значит, почему нужно участвовать в таких мероприятиях? Потому что это первое знакомство. Второе, вы проверяете свою гипотезу, нужно ли ваш стартап людям, миру, по отзывам, которые вам оставляют во время того, что вы выступаете. А также там присутствует достаточно большое количество инвесторов, и определенный процент, это где-то 20-30% всех сделок стартап, это находят они на мероприятиях. Никакие e-mail рассылки венчурным фондам и бизнес-ангелам не работают. Это обычно сарафанное радио, нетворкинг на мероприятиях. Что еще? Ну, сегодня это один из курсов по юнит-экономике, который проходит в рамках подготовки стартапа к конкурсу стартапа. Все? Все. Учиться. Как-то жидко все, видимо, воскресенье. Привет, меня зовут Вадим Полюга. Я по образованию математик физрук. Богатый опыт, который позволяет прийти к каким-то очень простым вещам. То есть нам, мы смотрим на бизнес как на машинку, она должна работать, соответственно, есть некоторые слагаемые. Как вы думаете, что какое ключевое слагаемое в бизнесе? Продукт. Цель. Продажи. Сама. Так. Продукт, цель, продажа звучит еще. Команда. Экономика. Получение прибыли. Получение прибыли. Еще? Идея. Идея. Упорство. Где тут? Можно я буду говорить? Упорство прям ближе. Еще. Команда. Команда. Совсем тонко.
Знания. Знания? Известную цель должны достигнуть за ограниченное время. Это вопрос. Чтобы получить результат. Что? Чтобы результат получить. Ну, я имею в виду, что достигнуть какой-то цели. Ну, мы сказали, вот она цель, вот результат, она вот здесь вот цель. Потому что время ограничено. Мне кажется, деньги, которые у нас в кармане, тоже ограничены. Ну, с деньгами проще, это исполнение ресурсов. Спасибо. А время не возобновляемый ресурс? Это единственный ресурс, который не возобновляемый. С деньгами очень просто. Если у вас там хорошая история, мы в конце к ней придем, почему это выгодно инвестору, то нет проблем найти хорошего инвестора. А с людьми посложнее, но тоже можно их найти, в конце концов, подсказывали. А время, оно конечно. Там, пусть вот сейчас вы вложили 3 часа своего времени. Ну, это же бесплатное мероприятие, да? То есть пока только время вложили, деньги будут потом. Я понял. Соответственно, они в любом случае пройдут. В конце я вас обязательно спрошу, вот эти 3 часа, которые вы сюда инвестировали, да, они окупились? Или вы зря провели сегодня же воскресенье? Воскресенье со мной. Окей, вот оно время. Поэтому любой проектный менеджер, он борется в первую очередь со временем. С остальными ресурсами сможет это сделать. Теперь красная траектория. Мы знаем, что мы хотим достичь, мы знаем, когда мы хотим достичь, но мы не знаем, как. Потому что если мы знаем, как, это технологическая операция. За ограниченное время известный результат по понятной процедуре. Это делают, вообще говоря, роботы. И с каждым годом все больше и больше. А вот если как именно достичь, добро пожаловать. Заходите, включайтесь. Думаю, там присесть. И поэтому все методики проектного управления, они за то, чтобы поставить какую-то трубу вокруг этой красной траектории, чтобы про то, что мы делаем не то, мы узнали не в самый последний момент, да, а хотя бы хоть на сколько-нибудь раньше. То есть любая проектная деятельность – это такая история про неизвестное. Мы, соответственно, знаем, что достичь, ищем эти возможности, и неважно откуда, то есть waterfall строит такую трубу сверху. Есть результат, детализируем. Есть какое-нибудь инженерное образование? Изучали инженерный подход в управлении проектом? Слушайте, я физрук, мне нужно хоть, чтобы как-нибудь люди двигались. От этого мозги лучше работают. Руки помашивают, головой. Айтишники вначале учились, слушайте, у нас все можно, виртуальность все быстрее, все agile, scrum, это та же самая труба, но вот здесь вот, снизу строили. Задача одна, лажать на допустимую глубину. Если проектный подход, он предполагает, что у нас есть какая-то погрешность, и это нормально, и в итоге мы должны прийти к конечному известному результату. Слайд. Теперь есть тот, кто делает не простые проекты, а проекты бизнесовые, соответственно, предприниматель. Человек, который умеет найти возможность и найти в ней какую-то схему монетизации. Давайте, прежде чем мы пойдем дальше, с этим разберемся. Кто вообще практикующий предприниматель сейчас? Слайд. Все. 4 слова. Это процесс удовлетворения потребностей покупателя. Вопрос, где здесь деньги? Прибыль, все остальное. Слой покупателя. Если верно, покупателя есть деньги. А как это связано вот с прибылью, маржинальной, с всеми этими историями? Товар, услуга. Удовлетворение, потребности. Со степенью удовлетворения потребностей. Смотри. Вот я призываю вот эти вот 4 слова себе четко зафиксировать, не обязательно их записывать, да, например. Во-первых, бизнес – это не проект, а процесс. Если проект мечтает умереть, да, у него есть конечная цель, он завершился, слава богу. Любой проектный менеджер просто в панике находится, если у него проект не завершается. Он все время организует. Поэтому любой проектный менеджер стремится его убить, ну, то бишь, стить цель. Процесс – это система возобновления, она все время должна быть устойчивой. Процесс дыхания, процесс, включенный процесс
газообмена, сковородки воды, чего угодно. Он возобновляется. Теперь начнем с хвоста. Покупать действительно. Если нам деньги не платят, это может быть какой-то социальный процесс. Кто пользуется государственными услугами? То есть я уверен, что это тоже развито. Слушайте, ну что не так? Вот это же простое физическое действие. Ну, смотрите, отличаемся, говорит, за всю сеть. Кто-то может сказать, что он нет. У нас вот есть, нет, когда человек говорит, я сейчас не работаю, я в творческом поиске. Я тоже думал, что все здесь стартаперы. Практика показывает, что не так. Все надо проверять. Поэтому кто пользуется государственными услугами? Все пользуются. Это означает, что у нас есть процесс удовлетворения наших потребностей, но мы за это не обязательно платим. Теперь, чтобы человек платил, надо точно поменять его потребности, то бишь в боль. Если вы делаете что-то, а этот человек в течение этого мероприятия выпить кофе или чай. А если это будет стоить 100 рублей, есть другие рубли. Да. Если это будет стоить там, рубль белорусский, кто готов за рубль купить себе кофе или чай? Сомнительно, конечно, цена. Что дороже. Я вам соврал. Может быть, это у меня странный вкусовой рецепт. И выстроен ли процесс? И в этом плане, пока у меня была просто короткая история, а процесса построенного, вы говорили про команду. Вас как зовут? Татьяна. Вот Татьяна прям что-то команда. Бизнес и вся процесс построен на людях. То есть люди почему-то должны хотеть вот это все делать. И мы пошли дальше в глубину уже не столько, но насколько они простимулированы рублем, насколько они воодушевлены этим всем. Если все четыре слагаемые получаются, то да, у нас денег много. Если где-то сбоит, то денег мало. Получается, деньги очень простая метрика того, какой у нас бизнес. Хороший или плохой. Вообще у человечества очень мало классных, социальных объектов, в которых есть однозначная метрика. Где мы в любой момент кому угодно можем сказать, хорошему состоянию или в плохом. Государство вас хорошо сопровождает. Кто-то по-разному, кто-то говорит, отличное государство, их, скорее всего, мало. Не, в любой стране. Это как бы, в принципе, свойство отношения государства. Да. Что такое масштабировать? Развить, раскрутить. Развить, раскрутить. Еще версия. Увеличить бесконечность. Тут в момент хочется уже что-нибудь рисовать. Наверное, мы это сделаем, просто чуть попозже. Смотрите, масштабирование означает, что у нас процесс собран так, что единственное, чего ему не хватает, это денег. Причем, если туда денег залить, то их будет кратно больше. Определение масштабируемой бизнес-модели означает, что у нас модель сходится, и мы можем туда добавить денег. И только за счет этого мы вырастем. То есть нет других ограничений, только финансовых. В этот момент как раз очень просто найти инвестора, потому что мы говорим, смотри, мы так растем на рубль в месяц. Если ты нам дашь 10, то мы вырастем на 15 рублей в месяц. 5 себе, 10 тебе интересно? Говорит, нет. А вдруг вы не вырастете? У меня риски. Давайте, дай нам 10, мы вырастем вместе на 50. Точно интересно. Что? Время. Потому что пока вы нянчите свой продукт, наверняка другие не менее умные, талантливые ребята тоже нянчат аналогично продукт. Как вы правильно отметили, пока еще окей на планете Земля, но мы просто еще не все знаем. С этапом разобрались? Органично? Сергей, вы закончили расчет? Может быть, тут тоже будет? $25. За $25 вы готовы. Хорошо. Давайте я риск менеджмент не буду включать, чтобы посчитать. Знаем характеристики. Пойдемте дальше. Для того, чтобы все это сделать, нужно вот набор определенных навыков.
это прямо инструментарий. Мы их сегодня будем шлифовать. Мы отшлифуем не все. У нас не так много времени. В акселераторе, ну, фри там есть месяц полгода это. Месяц при акселе, 2 месяца заводчики, 3 месяца очки. И здесь вот как раз, я только-только я хотел похвалить. Окей, сделаю это за дверьми. Крайне важно, чтобы у вас была та среда, в которой вы вот эти навыки можете развивать. И в этом плане, когда ну, у вас здесь возникает бизнес-инкубатор, та площадка, в которой вы можете работать, это позволяет вам подготовить себя и вашу команду ну, к тем самым требованиям. Потому что до этого я выдвигал требования, говорил, не все, не вся деятельность является проектной. Ну, сфотографируйте. Дальше. Бизнес это не любой процесс. Теперь стартап это проект по созданию процесса, который еще и умеет быть масштабирован. Это все требования. Вам нужно вот этому всему соответствовать. Соответственно, как это соответствовать? Вот качать в себе вот эти навыки. Слайд. Есть плохо читаемый, поэтому буду ходить руками, но некоторая последовательность трекшена. Ну, это все, во-первых, ну, есть и находится по слову трекшн карта. Более того, опять хочется хвалить, а его нет. Буду хвалить заочно, тем ценнее. Я знаю, что он точно проходил эти подходы, учился у нас. И стадии такие. Мы вначале находим потребности, проверяем, что они ну, реально болят. Потом под это дело быстро собираем MVP. Знаете, что такое MVP? Кто-то знает. Доберем до туда. А потом подтверждаем, что эта штука продаваема. То есть люди сказали, хотим купить кофе, да, но пока еще не купили. Пока тебя не было, я тебя всячески хвалил. Объяснял, почему нужна среда, в которой такие навыки формируются. И, к примеру, про кофе люди уже сказали. Про квадрокопер пока только один и говорит в районе 25, но продажи еще не было, доказательств нет. Выйдите, начнете брать кофе, тогда будет подтверждение того, что это реальная потребность. И дальше мы смотрим, насколько это статистически значимо. У нас один человек квадрокоптером пользуется, может быть не один, давайте проверим. Кто еще готов заплатить $25 за то, чтобы отправить 5 килограмм по Беларуси? Квадрокоптером. По Беларуси? По Беларуси. Мы до этого же не уточняли, куда именно. Не, нам говорили за пределы страны. Окей, за пределы страны. Сергей, у нас проблема. Пока только вы горячий последователь этой истории. Они в Москве знают, что контрабанда. Да, я потом дам слово, вы вот это все. Если бы не из Афганистана или из Таджикистана сюда, нам за 5 килограмм. Подтекст понятен. Перейдем к более масштабируемым, устойчивым. За 5 килограмм там. Легитимно. Я просто отмахал вас. Как перед самым. Я, может, пропустил. Мы дойдем до этого. Минимально способный продукт. Прям у меня будет специальный слайд. Я хочу обозначить последовательность. Вначале боль, подтвердили, что боль есть. Возможно, боль другая, надо у людей спрашивать. Потом под эту боль подобрали починку, проверили, что эта починка продается. Она продается статистически значимой, тогда мы можем идти более тонко в эти каналы. Значит, вот по этой вот последовательности мы сейчас и пойдем. То есть общая картинка понятна? Вот здесь вот масштабируемая история. То есть мы все проверили, у нас все собралось, у нас все, что нужно вот в этот момент, только деньги. И добро пожаловать в Uber. Слайд. Базовый элемент. Он новомодно он называется ХАДИ. Гипотеза. Action. Action. Date. Interpretation и так далее.
На мой взгляд, это все было изобретено в 15 веке, когда люди захотели познавать мир с помощью науки. Соответственно, начала вот эти вот истории собирать. Что такое гипотеза? Предположение, что положение такое, которое необходимо проверить. Предположение вы добавили. Которое необходимо проверить. Давайте продолжать знакомиться. То есть Сергей, Татьяна, я уже знаком. Андрей. Прошу. Меня Вадим. Ага. Положение, которое нужно проверить. Еще версия. Что такое гипотеза? Предположение уже звучало от вас, а вы кто? Я. Да. Игорь. Хорошо. Все согласны? Так а я не согласен. Я хочу какие-нибудь реплики услышать. Утверждение, которое кажется истинным, но далеко не факт таким является. Кажется истинным. Предположение без доказательства. Положение без доказательства. Окей. Близко. Давайте я предложу свою версию. Гипотеза – это предположение, которое невозможно опровергнуть теоретически. Если у вас есть какое-то предположение, которое разбивается на теоретическом уровне, то есть у вас была фантазия, то там ничего проверять не надо. Вам люди просто говорят, смотрите, вот это там, предположение, то, что можно подпрыгнуть и зависнуть, сейчас опровергается существующей теорией физики и так далее. А вот если мы видим предположение и не знаем, верно оно или нет, его нельзя опровергнуть, его надо обязательно проверять. Тогда это та самая гипотеза. То есть мы не можем его опровергнуть, пошли проверять, делать какие-то данные. Это важный переход. Многие люди остаются вот здесь. Они говорят, классная гипотеза, давайте еще пофантазируем. Давайте приведем к действию. Но и этого мало, потому что люди говорят, мы что-то поделали, и это дало нам подтверждение, потому что мы теперь можем делать новые гипотезы, мы туда сходили. Это не банальная история. Люди, мозг в целом работает так, что он подтягивает к себе доказательства. Когда я хочу купить красную машину, мне кажется, что весь Минск наводнен красными машинами. У меня, когда супруга была беременна, говорит, слушай, вокруг столько детей. Понимаете, про что я говорю? У кого такие ощущения в жизни были? Выскажу, уверенность у всех. Так работает мозг. Он как ассоциативно говорит, у меня есть образ, я про него думаю, я фильтрую то, что мне в голову приходит. Есть более наглядные меры. У людей спрашивают дорогу с картой. Помоги мне, пожалуйста, как пройти туда-то. В этот момент мимо проходят грузчики. Просто они нам не несут дверь, просто мимо прошли и пошли дальше. За дверью сидит другой человек. Первый ушел, второй остался, и человек, продолжая с ним говорить, обсуждать эту же карту, и львиная доля не замечает, что люди поменялись, у него другого пола, другой расы, он по-другому говорит. Они говорят, объяснил, пошел дальше. А вас кто, понимаете? Мы настолько в этот момент сфокусированы на то, что у нас сидит в мозге, что мы даже не замечаем, что у нас собеседник сменился. Так работает мозг. Поэтому крайне важный переход после гипотезы к данным – собрать циферки. По-моему, вы говорили про генерацию, про продвижение, нет, мог ошибиться. Если в результате наших действий мы не собрали фактаж, то есть циферки, мы по-прежнему плаваем в фантазиях, которые еще подкреплены нашими действиями. Переход понятен? И только на основе циферок, не наших воспоминаний, положение, на основе вот этих циферок можно делать вывод, чтобы родить новую гипотезу. Любой из этих слагаемых теряется, мы не движемся по хали, не движемся по, естественно, научному циклу. С этим разобрались? Давайте. Я Вадим. Дмитрий. Дмитрий. Я так понимаю,
понимаю, что действия должны быть не любые, а те, которые могут дать именно те данные, которые подтверждают либо опровергают гипотезу. То есть, в принципе, можно совершать любые действия посторонние, они дадут какие-то данные, но как это относится к гипотезе? Спасибо, Дмитрий. Вы одновременно сразу два классных вопроса задали. Первое. Действия определяются нашей гипотезой. Это повестка, что мы хотим проверить. Теперь последовательность важна. Мы не можем действия подгонять под данные. Поэтому в науке принята традиция. У нас есть контрольная группа, которая так себя ведет, и мы видим на ней измерения. А соответственно, группа, на которую мы не воздействуем, смотрим, какие данные по ней. Воздействием плацебо. Да? И есть нейтральная группа, которая нас вообще ничего не знает, а меняются ли данные по ней. В этом плане предположение, что надо действие под данные вести, оно очень порочно. Но это то же самое, что объяснять карту человеку за дверью. Мы делаем только то, что нам нужно, чтобы проверить гипотезу. Параллельно мы собираем данные как по нашим действиям, так и по нашим недействиям. Вот есть, кстати, это предложение в повестку бизнес-инкубатора. Есть такая игра, спортивный бридж. У бриджистов есть отдельный феномен, который, вообще говоря, мозгу не свойственен. Люди умеют делать выводы на основе того, что они что-то не знают. То есть я что-то не знаю, это уже информация. Если я не знаю достаточно много, то я могу сделать нормальный вывод. Математика с предикатом отрицания умеет работать, что очень нефизиологично. Бридж это ставит, если будет стоять досуг, что сделать в бизнес-инкубаторе в качестве отдыха, поиграйте в спортивный бридж или в гон. Ответил? Дмитрий, у вас было два. Я услышал, что у вас было два вопроса, я постарался на каждый из них ответить. То есть действия, которые вообще не привязаны ни к гипотезе, ни к данным, они бессмысленны. Мы походили, занялись физической активностью. Еще вопрос? Пойдемте дальше. Кто читал книжку «Голубой океан»? Слышал. Значит, помогите мне. Кто такой предприниматель? Это вначале был слайд. Человек, который на свой страх и риск начинает заниматься бизнесом. Который видит возможности. Который более клиент. Последовательность всех высказываний очень уместна. Человек должен обладать свой страх и риск что-то делать, нужно увидеть возможности, потом в эти возможности построить бизнес, то есть удовлетворение клиента. Вот «Голубой океан» — это история про поиск возможностей. Хрестомантийный пример с цирком Дю Солей. Слышали про этот цирк? Да. Канадская история. Сказать, что это прямо мейнстрим. Что делает цирк особенно? Смотрите, общая ситуация по циркам. Да, они вообще глубоко погружаются в проблемную историю. Снижается трафик. Люди все больше и больше развлекаются за стенами цирка, и уже даже не в кино, да, а в видеоиграх. И это, наоборот, очень большая история. То есть, в целом, у цирковой индустрии ситуация не очень. На них давит Greenpeace, который говорит, а что же вы, насколько серьезно работаете с животными, насколько они добровольно у вас выходят на сцену. И тут Дюссалей растет. Что они сделали? Отстроились. Конечно, как? В «Голубой океан» вышли. В чем был «Голубой океан»? Я не знаю их продукты, в чем я просто цирка сам не знаю. Они сделали в разных странах. Это потом. Концепцию поменяли. Да, они сказали, первое, в нашем цирке не будет животных. У нас только люди. Цирк Дю Солей, там нет животных. Второе, мы сказали, мы, поскольку это люди, то мы будем не только набор каких-то необычных людей, мы будем связывать как в театре их в большую сквозную историю. Возникает
богатый перформанс. У вас, вы подтягивались или у вас реплика была? Я понял, хорошо. И за счет этого, то есть это внезапно стало развлечение взрослых для взрослых. Цирк для детей, сдали детей развлечь, пусть они животных посмотрят. Тот же самый цирк, как театральная постановка для взрослых людей, дало им разрыв. Других не было. И в этом плане одна из важных возможностей, один из важных навыков – находить такие возможности. Книжка хорошо это описывает. Что мы можем одно-два характеристики поменять, чтобы у нас не было альтернатив? Кто был хотя бы раз в фитнес-центре? Особенно, девушки, а кто ни разу не был? Фитнес-центр вместо тренажерного зала. Да, вот он там какой же. В целом, опять-таки, у фитнес-центров общая проблема. С одной стороны, у них монетизация такая странная. Они продают билеты так, чтобы люди к ним не ходили. Но вам продают годовой абонемент, статистика про то, что мы по этим годовым абонементам будем пользоваться устойчиво, она там ниже 10%. То есть люди говорят, ты приходи, заплати денег. Ну не ходи. Зачем? Если все придут по этим годовым абонементам, у них как бы площадь развалится. Американская история, они говорят, слушайте, а у нас будет по-другому все. Во-первых, у нас фитнес-центр только для женщин. Во-вторых, у нас программа построена так, что все тренажеры стоят не автономно, а кругом. И мы от тренажера до тренажера переходим и друг с другом имеем возможность общаться. Моя супруга говорит, очень классно, когда я могу с девочками поговорить о девочковом. При этом, занимаясь какой-нибудь правильной аэробикой, как бы вот мы по кругу походили, при этом у нас общение продолжает все время сохраняться. Они сузили рынок, сказали, это только история только для девочек. И так, чтобы девочке было максимально комфортно заниматься любимым делом. Убрали зеркала. Совершенно верно, да. А еще зеркал нет, просто вот мы общаемся, да. И телефоны забрали, да? Что? И телефоны забрали. Ну ты когда на тренажере там не очень так. Давайте. Похожая история с барбершопом. Я думал, зачем мы именовали. В принципе, те же парикмахерские, но там как бы есть. Все так. Там еще город подреют. Когда история про позиционирование, нам всегда кладется на языке пользователя, мы чем-то отличаемся. То есть позиционирование, им придумали новый логотип, это не позиционирование. Позиционирование. Мы делаем теперь то, что никто не делал в такой конфигурации. Дальше. Теперь, для того, чтобы эти возможности найти, есть ключевая история. Это называется Customer Development. По-русски, никто не знает, как это правильно перевести на русский. Разработка пользователя. Проще говоря, поиск их реальных болей и проблем. Это я с вами предположил, что кофе, потому что до этого его купил и вам рассказал. А возможно, у вас другие проблемы. Возможно, они, более того, связаны с вашим бизнесом, либо тот, который вы сейчас организуете, либо тот, который вы ведете. И есть у Роб Фицпатрик очень простую, легкую книжку «Спроси маму». Смотрите, вам полезно, если записывать. Я потом вам дам ссылку, на которую вся литература как бы в одном месте представлена. Тут вы скорее мысли сейчас записываете. И мы сегодня обязательно в такую историю поиграем. Вначале проспроси маму. Почему важно спрашивать пользователей и получать от них достоверную историю? Потому что, скорее всего, люди вам врут. Не потому, что они злой умысел. Скорее всего, потому что раз они уже согласились с вами поговорить, они вас любят. Если прийти к маме и сказать, мама, у меня отличный проект по квадрокоптерам, есть 25 баксов, которые поездка делает. И это еще не в Афганистан, поэтому это еще и без безопасности закона. К
Классный проект. Что скажет мама? Она вас любит. Что бы вы ей ни принесли, она будет вас поддерживать. Но надо научиться спрашивать у людей, получать достоверную информацию, потому что наша цель — данные. И то, как это делать, это как раз, ну, вот, вот поэтому посвящена книжка, и в том числе вот этому будет посвящена у нас сегодняшняя, одна из сегодняшних игр по КСДЭВу. Получить из... Это очень ценная история, проблемное интервью, понять реальную проблему. Но и важно понимать, что мы будем продираться сквозь неосознанную ложь. Потому что люди будут хотеть нам понравиться, что-то еще сделать и так далее. И тут существует, пожалуй, три ключевых правила. Их, пожалуй, стоит записать. Во-первых, нельзя спрашивать про будущее. Почему? То есть про будущее. Но нельзя спрашивать, в принципе, я прямо сейчас большую историю говорю. Почему нельзя спрашивать про будущее? Потому что будущее неопределенное. Что? Но неопределенное, что еще? Какая у вас предложение? Потому что это не про реальность, а про фантазию. Спасибо огромное. Что бы вы ни говорили про пользователя, купишь или нет, не работает. Скажите мне, кто-то пил сегодня с утра чай или кофе для того, чтобы взбодриться? Сколько людей? Кто не пил? Кто не пил чай или кофе? Скажите мне, почему? Что? Почему вы не пили чай или кофе? Я пил чай или кофе. А, вы пили. Кто не пил? Вот, скажите мне, почему? Я предпочитаю пить воду. Вы считаете, что не надо... вода полезнее, понятно. Вы? Я редко пью чай или кофе. Окей. Нет, как у вас, четких убеждений, есть понимание, что изредка пью, изредка не пью. В этот раз не хотелось. Я считаю, что кофе бодрит. У вас есть возможность пить чай? Мне нравится пить воду. Нравится пить воду. Смотрите. Пиво. Кто-то пил с утра пиво. Отлично, здесь было нравится. Что я сейчас сделал? Да, я спросил про существующий опыт, тем самым я уже могу сделать вывод. Окей, у нас здесь 20 человек, 16 пили чай или кофе, 4 нет, половина из тех, кто не пил, они будут пить по убеждениям. Вообще бессмысленно с них с кофе ходить. Вопрос второй, я понял, почему? Почему ты делал то или не то? И, наконец, третий вопрос. Вот почему можно задавать бесконечно? А почему вы считаете, что вода полезнее? На чем вы основываетесь? И так далее. И наше обсуждение – это ваш опыт. Люди рассказывают экспириенс. Я не спрашиваю их мнение, да, по поводу того, будете вы покупать что-то, какой будет кофе. Какой ваш опыт? С утра пили вот это. Вот. Кто-то вот пиво, по крайней мере, хотел. Вот. Вот подход. Третий вопрос. Что? Третий вопрос. Первое, не спрашиваем про будущее, говорим про прошлое. Второе, если нам отвечают по прошлому, спрашиваем почему. Третье, мы обсуждаем, что люди делают. То есть третье, это тот самый экспириенс, тот самый опыт, на основе которого можем что-то взять и для себя какие-то выводы построить. То есть третье, точнее, настоящее, да? То есть, мы сейчас не в настоящем, вряд ли мы прямо сейчас пьем воду. Мы все говорим про прошлое, это хорошо. Но если вот, давайте. Как много вы пьете воды? Около 2 литров. Зачем вы это делаете? Потому что это полезно. Откуда вы знаете, что это полезно? Учился. А как вы получаете подтверждение, что это полезно каждый день? То есть как-то чувствуете себя по-другому или что? Да. Это означает, что вы когда-то не пили воду? Да. Но не в таких количествах. Ну, то есть вы по своим ощущениям четко чувствуете, вы пили литр или 2? Да, безусловно. А если пили 3? Ну, не пили. Не пили. Понимаете, что я делаю? Я все больше и больше знакомлюсь с поведением пользователя. Я на основе этого могу сказать, окей, а может быть зря я кофе занимаюсь? Может мне перейти в воду? Как это делать? Ну, на предыдущем слайде. Много ли людей занимаются кофе? Много ли людей занимается водой? Кажется, это все еще был, ну, Красный океан, там много других игроков. А, если
ну, дальше разрабатывать, есть шанс найти вот то самое как бы окошко. История вот этого, потому что мы, расспрашивая человека, который к нам, спасибо вам за искренность, да, ну, в целом хорошо относится, но мы собираем данные, опрашивая про прошлое, задавая вопросы, почему и зачем, чтобы добраться до user experience, да, для пользовательского опыта. Слайд. Разобравшись с этим и заходя в предложение, надо понимать, сходится ли экономика. И второе у нас слагаемое, которое нас ждет, это еще одна игра, собственно, игра пивот. Сейчас задам вопрос. Знаете, что такое пивот? Еще нет. Смена парадигмы стартапа. Хорошо, хорошая версия. Спасибо, Дмитрий. Пивот — это разворот. Это мы, ну, это устойчивый термин, мы поняли, что все, что мы делали неправильно, и надо делать все по-другому. Мы думали, что надо заниматься кофе, а оказывается, ну я сейчас фантазирую, да? Утренняя доставка безалкогольного пива на квадрокоптере и так далее. Ну, я там какие-то фантазии сейчас порождаю, можно спросить какой-нибудь голубой океан. Mm-hmm. Если мы понимаем, что мы бежим не туда, мы получили вот по этому хаде данные, то чем раньше мы прекратим бежать не туда, тем лучше. Вся история про проектную деятельность, помните, я эту красную линию рисовал? Про вот это хади, это про одно и то же. Как понять, что мы делаем не то? Смотреть на цифры, сосыл ТВ. И, спасибо, сейчас мы до этих историй дойдем, до цифр. Чем быстрее умеет разворачиваться стартап, тем выше вероятность того, что он нащупает то, что ему нужно. Мы сейчас не знаем, что надо делать с утренними чаепитиями, там, кофепитиями и так далее. Мы не успеем это глубоко разрабатывать так, чтобы запустить какую-то бизнес-историю. Возможность быстро пивотиться, быстро понимать, я делаю не то, это ключевой навык стартапа. Поэтому прям так и назвали игру. Теперь в нем, в юнит экономики, есть некоторые метрики. Мы сегодня с ними познакомимся, и я берусь утверждать, довольно нагло, но обоснованно, что все разговоры об экономиках стартапа, огромный талмуд и так далее, сводятся к очень простым формулам. Здесь вот у меня одна формула. И эти формулы доступны даже восьмиклассникам. Воды нету. У меня есть вот сквозной проект, я с подростками работаю. Соответственно, ввожу их в реальную жизнь. В восьмом классе нормально собирают всю математику любого прямого бизнеса. Прямой имеется в виду B2B или B2C. Соответственно, как мы на это выйдем, я вот здесь вот нарисую на горизонте 15 минут. Мы с вами давно уже общаемся, я стараюсь вас активировать, но давайте я чуть-чуть добавлю дофамина. Слайд. То, что я обещал. Минимально жизнеспособный продукт. Люди думают, надо сделать колесо, потом дорастить. В итоге мы соберем хорошую машину. Почему так неправильно? Потому что мы получаем прибыль только на последних этапах. То вы такой оптимист, еще и прибыль хотите получить? Ну, продажи. Хотя бы вал. Еще версия. Колесо еще не выполняет полезные функции. Ну, то и... А поясните, почему это, ну, я, допустим, немножко логику не понял, почему это не полезно. Ну, колесо, это же его же можно продавать, там у кого... Нет, колеса, они не нужны. Дело в том, что касается колес, понимаешь, потому что вопрос... Смотря какой радиус, смотря какая покрышка, летняя, зимняя, прочее, так далее. Ты же управляешь своим продуктом. И ты не знаешь вообще, кому-то оно нужно, не нужно. Крепеж под этой крышей, 4, там, 5 болтов, там еще что-нибудь. То есть, как бы куча разных нюансов. Подожди, так откуда ты колесо взял? Но я колесо делал под свою машину. Давайте я вас прерву, потому что опять, ну спасибо за наблюдение. Чем был классный ваш подвох? В смысле, вопрос с подвохом. А мы делаем-то что? И правильный ответ. Мы делаем автомобиль, то есть средство передвижения. А поскольку мы это недоопределили, вы сказали, подождите, я могу принять какое-нибудь колесо и, соответственно, начали вот эту вот большую фактуру применять.
с точки зрения того, что мы делаем автомобиль. Что не так с этим подходом? Вы правы про то, что, возможно, прибыль будет в самом конце и продажа в самом конце. Но на первых трех этапах не способны выполнять свои функции. И мы не знаем, нужно это людям или нет. Не можем проверить. Совершенно верно. Именно так. Мы можем строить просто сейчас. Я не буду вам сейчас врать, потому что у меня из головы это вылетело. Но огромное количество там, миллиардов сжигает, потому что строится большая инфраструктура вещей, которые не нужна. Мы во Фред называем шляпы для квадратных голов. Возможно, такие головы есть. Возможно, даже люди способны платить за шляпы для квадратных голов. Но мы очень поздно можем проверить гипотезу. Что не так со второй историей? Они все могут сразу выполнять функцию перемещения. Они рассчитаны на разную целевую аудиторию. Продукт разный. Совершенно верно. Они разные, поэтому переход вот сюда вообще-то означает, нам надо снова идти в КАЗДЕФ. Идти у этих людей спрашивать их проблемы. Нам вот этот вот опыт, который мы здесь собрали, переносим мало. Более того, в дальнейшем мы увидим, что вообще все время надо вот по вот этой вот лесенке все время бегать и себя проверять. Вот здесь. Почему? Разные цели. Все окей. Проверили гипотезу, посмотрели, что рынок маленький, переориентировались на противоположный рынок, проверили, запустили серию. Что здесь сквозное? Автомобиль. Легко, ну, автомобиль. Вот здесь он тоже автомобиль. Перемещение человека и музы. Вообще, выполняемая задача. И как она выполняется? Здесь тоже перемещение выполняется. Сказали, что тут разные цели. Здесь идет разный процесс выполнения, решения вопроса. А здесь не так? Одинаковый. Смотрите, мы прям все кабинкой, все вокруг пользователя. У нас один и тот же пользователь. Мы доращиваем взаимодействие с ним. Человек просто, он ездит, можно отдельно прицеп прицепить. Мы не очень про прицеп, но мы точно даем ему возможность его подобрать. Потом говорим, слушай, мы тебе сделали эту штуковину. И теперь можешь и грузы делать. Но это ты же. Ты все время, ну, за все более и более удобный банк. Мы сопровождаем нашего пользователя, даем ему возможность все больше и больше развиваться. Но это он у нас один. Поэтому MVP, минимально жизнеспособный продукт, это продукт, который доказывает, ну, свое превращение для одной и той же целевой аудитории. Окей? Разобрались с MVP? Пойдем дальше. И, конечно же, важнейший опыт после проблемного интервью – это опыт продаж. Соответственно, когда вы выходите сами, вы получаете подтверждение того, что ваши поделки людям нужны, или они говорят, что тут не надо. У меня было предположение, опять-таки, для сбора данных, что все любят чай или кофе. Я думал, как бы кофе может быть не все, но чай-то точно. Нет. Но вы подготовились, воды нету на кухне. Тут ли чай не купил. Маркетинг действует. Уважаемые коллеги, тот, кто не пьет чай или кофе, готовы ли вы заплатить 3 рубля за то, что я организую вам процесс доставки воды, чистой воды, вот, без всяких вот этих вот настоев? Вот, пока если чай не взял, то может быть уже. Видите? Не то, что не подготовился, здесь нет коммерческого интереса. Люди говорят, да, это полезно, но не настолько, чтобы 3 рубля заплатить. Безусловно. Опыт продаж, ваших продаж, даже неважно, продаете вы денег или нет, ну, сколько денег вы зарабатываете, с точки зрения подтверждения экономики должно быть. Важно понимать, за что вам люди в этот момент платят и за что они еще могут заплатить. А можно я чуть-чуть вас, наверное... Возразить. Давайте. Насчет воды. Да, это полезно, но не настолько, чтобы я готов был за это заплатить. Немного не так. Да, это полезно, но я знаю тысячи источников, где это дают бесплатно. Поэтому я не готов платить. То есть тут связка не с тем, что не полезно, а ты не готов платить не потому, что недостаточно полезно, а потому что есть множество альтернативных бесплатных вариантов. Вот. Но зато здесь и сейчас. Подождите. Спасибо. И это как раз вспоминая, ну, можно я не буду с вами... Я вас возьму на вооружение. Okay. Бизнес — это про покупателей.
если есть история, которая ну, и так удовлетворяется, люди не готовы за это платить, тогда здесь нет бизнеса. Поэтому ваш пример очень наглядный. А мысль про бизнес. Соответственно, опыт продаж вам дает не только каких-то денег, а понимание опять про пользовательские истории, и что надо достроить, чтобы ситуацию поменять. Слайд. И прежде чем идти к цене привлечения, соответственно, жизни пользователя в канале, важно понимать, что нам каналы мы тоже прорабатываем отдельно. Потому что у вас есть ваша целевая аудитория, у вас есть ценностные предложения к нему, а есть канал, в рамках которого до него доходит ценностное предложение. И это не меньший, а где-то даже более значимый фактор, который вы должны учитывать в своем ценностном предложении. Сколько времени в среднем просматривается веб-страничка? Секунды для принятия решения. У вас как бы это ограничение канала. Сколько в среднем проходит очные встречи? 30 минут, час. У нас здесь вообще марафон какой-то. Наверное, сейчас пойдем физически подвигаться. Это важное ограничение канала. Одни и те же люди, в зависимости от канала, будут по-разному воспринимать вашу информацию. И хорошее правило в том, что в отличие от воды, мы берем один канал и его прорабатываем. В нем добиваемся хороших результатов. Только потом переходим в следующий. Если вам говорят, давайте зальем трафик во все, скорее всего, вас разводят. В каждом канале мы последовательно проверяем, что у нас экономика сходится. Если во всех, в каждом канале она сошлась, тогда можно добивать больше. Одно дело личный контакт, другое дело сарафанные истории. Каналов очень много. В каждом из них надо менять ценностное предложение и лучше понимать, в какую целевую аудиторию мы попадаем. Слайд. Все это за тем, чтобы получить опыт. Мы с инкубатором решили. Когда грабли прилетают в лоб, от этого возникают извилины. Если грабли в лоб не прилетели, извилин не появится. Если у вас не было опыта, то вам нечего обобщать. Может только фантазировать. Соответственно, ваша задача, опять-таки, на стадии того же самого инкубирования, собрать максимальный сад граблей. В идеале максимально недорого. Но вы же учитесь. Соответственно, только тогда, когда вы вот эту вот огромную сумму опыта собрали, тогда у вас возникает обоснованное предположение о возможностях, в которых есть ниши для построения масштабируемой бизнес-модели. Если от всего вашего выступления хотите запомнить только одну вещь, запомните вот эту. Важно собирать грабли. Слайд. Собственно, грабли дают возможность глубже поддержать эту историю, по тому самому хайду мы проходим дальше. Но с таким опытом можно вот прийти во фри или, чтобы далеко не ездить, здесь разворачивается история, если не аналогичная, то точно комплементарная. Да? Почему здесь? Почему это должно быть внутри бизнес-инкубатора? Почему плохая история возникает в одиночку? Может, но хуже. Давайте разберем примеры успешных предпринимателей. Я вообще считаю, что именно вот эти люди меняют мир, потому что государственный чиновник, он обеспечивает важную функцию. Он тратит деньги. Ему народ скинулся, и у него максимально правильно и эффективно, без украинской зрения отчетности, на потратить деньги. Бизнес зарабатывает деньги, у него совсем в другое направление как история зовет. Там мышление поэтому разное. Поэтому, например, нельзя долго бизнесменом быть в чиновничестве и по-хорошему быть чиновником, регулярно выходить вот в поле и поработать. Кто герой нашего времени? Кто сейчас меняет мир? Илон Маск. Илон Маск, это правда. Еще?
Он государственный политик. В свое время он сделал очень много деформирований теории маркетинга. Вот прям в свое время это было мощнейшее исследование. Маркетинговые войны и так далее. Сейчас не так. У него другая функция, у него другой функционал сейчас. Инфляционистская устойчивость крупнейшей экономики мира. Ричард Брэнсон, еще. Не одиночка, а массы предпринимателей. Сейчас мы до масс, особенно масс предпринимателей, дойдем. Значит, Ричард Брэнсон, Цукерберг, окей. А есть белорусские ребята? Цуриков. Гурские. Цурик. Братья Гурские. Гурские. Мельничек. Прокопиня. Да, у меня вопрос, а можно с ними тоже здесь устраивать встречи? Цуриком? Он не общается, закрылся. А я поэтому, я спрашиваю, собственно, у организаторов, вы готовы на себя взять такую ответственность? С кем-то из них такую встречу? Нет, мы организованы. Соответственно, а его надо бы хорошо бы пораспрашивать, не просто, о, я с ним был и селфи сделали, да, работать. Смотрите, слайд. Вот есть набор. Далеко не всех предпринимателей, но некоторые. Здесь есть три важных момента. Первый. Вот эти парни по краям сделали космос частным. В прошлом веке нужны были усилия сверхдержавы. У нас она в тот момент была общая. А сейчас это рентабельно. Как только это рентабельно, это оно опять-таки становится зависимым только от денег. Туда можно наливать, и тем самым мы сможем эту историю освоить. Потому что это будет не герой, не героизм, да, а, соответственно, устойчивая история. Второе. Эти ребята, прежде чем сделать то, про что мы знаем, активно собирали разные грабли. Все. Пробовали то одно, то другое, то третье. Это все в них конденсировалось, возникал осознаваемый опыт. И в этом плане, когда я слышу про то, что человек в 10 лет выбрал себе стезю и по ней идет, таких людей есть, но их мало. Наш мир настолько сейчас гибко меняется, что, скорее всего, на горизонте 3, 5, 7, 10 лет большинство из вас поменяет свой вид деятельности. Давайте это проверим. Кто сейчас работает по специальности? Простите, это торопливо. Кто, у кого есть хотя бы один диплом? Окей, спасибо. Кто из тех, у кого есть диплом, работает по специальности сейчас? Пять. Хорошо. Мы к этому сейчас придем. Последний мой про то, что ребята стартовали в 12. И, в общем-то, в этот момент про массы предпринимателей возникает очень важный момент, который будет нас определять всю жизнь. Человека семейного становится человеком социальным. До этого человек живет на любви родителей. Его надо поддерживать и воодушевлять, чтобы он понимал, что весь мир для него, в общем-то, открыт. А в этом возрасте человек начинает формировать социальные привычки. И, соответственно, в какой стае он эти привычки сформирует, то и будет определять, насколько он будет успешен. В этом плане, причем не какая-то глобальная среда, а локальная. У нас сейчас здесь с вами там 20 плюс человек. Это нам наша стая. Есть отдельные исследования, там есть до 30 человек семейный фрейм, до 150 племенной фрейм. Это примерно те масштабы, которые на нас влияют. До 30 человек нас влияют непосредственно, до 150 культурно. Люди, которых их больше, они на нас влияют очень непосредственно. В этом плане нужна не масса, нужно конкретно вокруг вас правильное локальное окружение. Слайд. Соответственно, как бы нам это все померить? Мы говорили с вами про бизнес, договорились, что нам нужны будут метрики бизнеса, и сейчас переходим к акценту, в которой мы говорим про то, с чего мы начали, про команду и про предпринимателей. В чем мерить себя-то? Это же тоже объект исследования. Если мы про себя только фантазируем, то никакого развития не происходит.
Ракурс понятен? В чем мерить? Рано. В чем мерить себя? Возможно, почему? Давайте про скиллс. Можно про скиллс. Давайте так. Последовательно. Есть же версия. Доходы. А кто готов себя мерить в доходах? Окей, хорошо. Обычно кто-то себя говорит. Чтобы не померить, но. Я тоже. Да, давайте. Так, внимательно, поскольку мы живем в капиталистическом мире, в какой-то момент все, если там глубоко копать, поднимут руки, потому что это одно из необходимых условий. А кому достаточно себя мерить в доходах? Кто считает, что доходы его определяют? Что еще нужно добавить к доходу? Окружение. Возможности. Потребности. Навыки. Навыки, компетенции. Удовлетворенность жизни. Масштаб деятельности. Масштаб деятельности. Хорошо. Это все, смотрите, это все важное. Вот у меня сейчас не будет каких-то вот однозначных кротов, в отличие от бизнеса. Потому что, еще раз, с бизнесом все просто, там есть универсальная метрика, по ней все собирается. Мы сейчас вторгаемся в субъективную историю, в которой у каждого метрика своя. Но некоторые исследования проводить можно. Слайд. Система образования. Она российская. Я не знаю, насколько она релевантна белорусскому опыту. Возможно, так же. Из тех, кто поступает в ВУЗ, 20 вылетает. Из тех, кто заканчивает, 60% работает не по специальности. И здесь присутствующих 18 рук поняли, что у них был диплом. Из них 5 человек сказали, что они работают по специальности. Кажется, циферки совпадают. Ну, то есть я вот на этой маленькой выборке говорю, кажется, релевантный опыт. Это означает, что люди сжигают 5 лет жизни, там полмиллиона, что-то не работает. Ну, вначале их государственных, может быть, да, потом частных. Вот как система работает в целом. Циферка, соответственно, давайте подумаем, что там не так. Вы говорили, навыки и скиллы. Но ведь все равно человек приобретает определенные знания, умение пользоваться информацией, искать информацию, скажем так, какие-то оперативные сроки, все это укладывать и прочее. Например, я сейчас работаю не по специальности, тоже инженерная у меня должность, но суть в том, что если бы я не получил свое первое инженерное образование, то второе я бы не освоил за пару месяцев. Поэтому я, например, не считаю, что хоть я закончил университет по одной специальности, то она никак не повлияла на то, что я работаю сейчас по другой. Сейчас хороший пример, можно я к нему сейчас отнесусь репликой Дмитрия. Какие-то действия, которые ведут к проверке гипотезы, нам нужны, какие-то сопутствующие действия, которые в данных не отражаются, просто провели время. Вы сейчас говорите, есть влияние какое-то, которое на меня эти 5 лет отказали. Я выскажу предположение, что, скорее всего, как раз-таки среда на вас влияет. Больше, чем то, что, какой учебник вы изучали. Давайте это проверим. Помните ли вы, как звали человека, который сидел с вами за одной партой? В университете? Там не было парт. В школе или в университете? Где-то? Нет. Помните ли вы... Вы инженер? Да. Помните ли вы, какие темы были в учебнике на первом курсе? Школьные. Понятно. Люди, которые вас окружают, в этот момент важнее. Сейчас. Опять-таки, почему? Потому что, ну, совсем глубоко уходить, у нас возникает там окно нейропластичности, мы на это дело сильно ориентируемся. Это, кстати, не прихоть. У любых млекопитающих молодая поросль формирует нужную стаю, чтобы создать новую популяцию. Мы за счет этого, как вид, развиваемся. Там, пренебрежимость к рискам, она вот отсюда возникает. Нам сверстники в этот момент важнее на аппаратном уровне. Я прошу прощения, по-моему, коллега говорил, я, по крайней мере, понял так, что речь идет о том, что опыт первого образования ему помог где-то научиться работать с большим объемом информации. Я правильно понимаю? Да, просто, нет, я просто именно к той фразе, что 5 лет было напрасно и выкинуты как бы деньги. Ну, вот я к этому. То есть, ну, я, спасибо, смотрите. Да, вы мне даете вновь это развернуть. То есть в этой плане, что окружение было важнее, а есть то надпредметные навыки, то есть неважно, были вы инженером или вы там, ну, не знаю,
социологии учились и так далее. Вот Давосский форум говорит, ключевые навыки вот такие, они носят как раз надпредметный характер. Давосский форум. Дальше. Вот есть атлас новых профессий. У нас будут новые профессии, какие-то умрут и так далее. Их там 180. Но в основе у них есть 11, опять-таки, надпредметных навыков, которые, из которых все профессии складываются. Откуда этот список? Что? Источник списка. Атлас новых профессий. Источник. Кто бы сформировал? Откуда возникли внутри атласа? Соответственно, ну, там несколько лет работ с экспертами из отраслей, соответственно, с компаниями. Что нужно, чтобы у вас такая история была? Какие требования вы выдвигаете к своим будущим сотрудникам? И какие требования будут определяющими для того, чтобы внутри формирующегося рынка возникла какая-то новая бизнес-единица? То есть это вот запрос, что надо от людей? И это внезапно незнание для нас. И это в том числе какие-то навыки. Давайте слайд. Чуть раньше, нет инженерных, хотя пусть здесь остается. В какой-то момент корпорация Intel нас попросила, говорит, слушайте, вот многие люди говорят про навыки будущего, можно как-то прибрать? Сделать это утилитарным. Чему конкретно, когда учить? И в математике это называется процедура нормирования. То есть мы воров разнообразных вещей мы сводим к базису, чтобы в нем все остальное выразить. Вот мы свели их в 5 ключевых навыков. Мы выбрали один критерий. Мы считаем, что человек тем, чем лучше раскачан, чем... Смотрите, друзья, если вам критично поговорить, просто выйдите и поговорите. Нет проблем, мы затем и общаемся. Если вы хотите с нами поговорить, то включитесь. Я с удовольствием среагирую. Меньше всего мне хотелось бы читать лекцию, я скорее делюсь своими мыслями и очень рад, когда вы друг с другом делитесь. 5 навыков, которые выработаны здесь, определяются одним критерием. Я чем больше раскачан, чем более широкий класс задач могу решить. В конечном счете мы людей берем на работу или нас берут на работу за то, насколько они способны решить задачи в заданном контексте, в заданном рабочем потоке. Кто нанимал людей? Кто увольнял? Вы почему увольняли? Потому что они с задачами не справляются. В силу разных причин. Первое. Способность не банально придумать хорошую мысль под задачу. Как именно эту задачу решать? Второе. Обязательно выйти в поле и проверить ее. Вот у нас, у трекеров, мы считаем, что у страйперов болезнь такая. Люди фантазируют, а в поле не выходят и не проверяют. Третье. Принять на себя ответственность. Психология называется внутренний локус контроля. Что со мной не так? Что мне надо в себе поменять, чтобы следующая гипотеза была лучше? И все системы развития живут на этих трех пальцах. Что-то небанальное придумать, выйти, поделать и принять на себя ответственность. Неважно, это 13 лет Бенджамина Франклина или Архангельский, неважно, не все живут на этих трех пальцах. Но для того, чтобы бегать по этим трем пальцам в долгую, слушайте, отдайте мне немножко физухи, ваши три пальца, сделайте эту моторную. Давайте системное мышление, проверка гипотез, принятие ответственности. То, что дает спорт, довести дело до конца. Нужно в момент себя расслабить, нужно мобилизовать правильным ресурсным состоянием, добежать не спринтом коротким, а марафонской дистанции. Но даже если ты такой раскачанный, в 21 веке практически все задачи не решаются в одиночку. Если не решаются в одиночку, скорее всего, они технологизированы и их делают роботы. Помните, про проекты говорили? Для того, чтобы решать действительно неизвестные задачи, то есть по неизвестной траектории, нужно критично договариваться с другими. Договариваться с другими – это означает две вещи. Первое – способность смотреть из чужого черепа. С точки зрения клиента, когда мы делаем нашем MVP, с точки зрения партнера, с точки зрения проверяющего органа, еще кого-либо. Просто залазить в чужую голову и смотреть оттуда, не из себя. Ставить на место.
Ну, смотрите, я вот специально подбираю вот такую вот шероховатую метафору, чтобы было понятно, что я не просто встал, а смотрю собой же. Нет, я залез в чужую голову и оттуда смотрю совсем другими глазами. Представлять на месте клиента, да, себя представлять клиента, тогда больше его шанс понять. И важное слагаемое, проявить достаточно эмпатии. Мы за счет эмоций общаемся. У нас одна из самых развитых мимических поведенческих реакций, в принципе. Чем больше мы проявляем эмоций, тем шире канал общения. Иногда бывает человек, он очень умный, деятельностный, с хорошей ответственностью, там, устойчивый, с ним общаться невозможно. Эмоций у него нет. Вот такие люди в жизни были. Кто с такими людьми общался? Остальным, видимо, повезло. Или кто-то уже подуснул, потому что здесь кислорода не хватает. Мы на финише. Пять слагаемых, которые позволяют любой тот навык, который до этого разложить, и определяется одним критерием. Насколько широкий класс задач я умею решать. В этом плане, если речь идет про то, что является краеугольным основанием бизнеса, это команда, люди, которые вот в этих навыках, соответственно, могут войти и развиваться. Слайд. Все, про что я говорил, на одном единственном слайде. Соответственно, если вы хотели что-то сфотографировать, то вот это можно сфотографировать, чтобы у вас остался артефакт. И вот здесь вот, i3school/books, будут те самые книги, некоторые из которых я сегодня цитировал. Более того, нужно, потому что это будет возможность потом ее с коллегами обсудить. Я бы сейчас сделал технологический перерыв, 10 минут подвигаться. Сколько сейчас времени? Следующим запросом. К нам приходит, напоминает мне один из разговоров, который вот раз в перерыве прозвучал. К нам приходят стартапы, которые, стартаперы, но с которыми приходится работать в основном с их головой, даже не с проектом, не с моделью, ни с чем. Мы говорили, что вроде оставляем для свежести, там будут шуметь. Я думаю, у меня голоса хватит. А здесь окна не открываются? Нет. Мы все равно сейчас туда перейдем. Получается, что работа трекера заключается в том, что вначале прибирать голову. То есть не с бизнесом работаем, не с продуктом, а вот разбираем. А можно так. Человек придет, понятно, что у него с головой не так, ему в зубы суешь в коробку. Он пропал на месяц, вернулся, и у него в голове все в порядке. Вот такой был запрос, соответственно, можно и отформатировать голову. И мне кажется, что нам такую задачку решить удалось. Соответственно, спустя 2 часа вы нам это скажете. Мы сделали два слагаемых, это, собственно, CASDEF и Unit Экономику. И вот сейчас, думаю, летом выпустим еще Blue Ocean, как находить возможности для реального бизнеса. Первое, с нами будущее. Да, хорошо. С нами будущее. Первая история — это про CASDEF. Соответственно, вот ТМ-карточки, у кого она была в руках, есть ли здесь проекты с командой? Я помню, что кто-то тут со своим проектом был. Кто с командой? Сергей, вы с кем? А, здесь? Да. Да. Помещений нет? Нет, по одному человеку. Значит, окей. У нас здесь на 3 комплекта, по 18 человек. Сами выберите, куда пойдете, я сейчас расскажу, что вас ждет. Есть первая игра, это CASDEF.
последовательный проработка вопроса, кто у вас и почему покупает. Соответственно, в разных ролях, в ролях клиента, стартапера и конкурента столб находится. Последовательно отвечаем вначале на первый вопрос, потом на второй, на третий, на четвертый. Что значит отвечаем? Мы выписываем 10 ответов на один вопрос. Клиент отвечает, какая у меня проблема? Что это такое клиент? Да? Мы договариваемся, берем конкретно стартап, у него есть какая-то предполагаемая целевая аудитория, и мы надеваем на себя шапки этого стартапа и с ним работаем. Кто-то сейчас может сказать, ребята, слушайте, у меня классный стартап, давайте попробуем это сделать. Ну и это будет классно. Значит, он пишет 10 проблем. Клиентов их несколько. Если они совпали, то есть у них проблемы общие. Вот мы совершенно проигнорировали запрос, хотя по поводу него много смеялись, утреннее пиво. А вот на кофе, чай реагировали и даже про воду по утрам проработали. То есть, если хотя бы один совпал, то у обоих по одному очку. Надо попадать в ожидание другого, тогда есть шанс, что будет бизнес для этой потребности. Стартапер пишет, какие проблемы я могу решать? Тоже 10 вариантов. Но при этом на него охотится конкурент. То есть, если у клиента такая проблема есть, и стартапер в него попал, то он получает 2 очка. Но если туда же попал конкурент, то он эти 2 очка у стартапа забирает. Понятно? Соответственно, этот охотится вот на этих, а вот эти охотятся вот на таких. Это дает 10 небанальных. Потом меняются карточки, то есть тот, кто раньше был одним, становится другим. И отвечаем уже трижды на этот вопрос, но уже в поле общего пространства. Мы примерно поняли, кто про что думает. Соответственно, те же самые три формулировки в других ролях. И в итоге тот, у кого карточка стартапа, формулирует одну единственную проблему, которую мы будем решать. Понятно, да, из набора там их несколько десятков разговоров, мы говорим, только эту проблему на второй стадии, что покупает клиент, чтобы проблему решить? Таблетки, там, если у него болит голова, 6 литров воды неподалеку, еще что-то, если хочется пить. То есть, что именно покупает для решения своей проблемы сейчас? Точно так же, что стартапер предлагает для того, чтобы эту проблему решать. И, соответственно, что ее уже предлагает для этого. Та же самая охота, при этом это все по кругу происходит, и все время в разных шапках, все время в разных позициях происходит. 10 вариантов лечения, потом 3 варианта, потом 1 вариант. Мы, стартап, который решает эту проблему этим способом. Опять-таки, из набора там многократных вариантов. Третье. Если у меня проблема, я ее вот этим образом читаю, куда я иду, где я ищу решение. Ну, у меня же болит, я же хочу это починить. Точно так же 10 вариантов так, где я продвигаюсь, встретимся мы или нет, и увернусь ли я от других там, рекламных кампаний и бордов, которые дают мои конкуренты. Такая же работа позволяет сказать, эту проблему вот этим способом, вот здесь мы это решаем. И, наконец, только после этого он говорит, а почему у нас купят? Что для меня, как для клиента, является ключевыми аргументами? Почему я именно это куплю, а не вот это? Что я в качестве фишек, преимуществ, ключевых фич выставляю в качестве своего продукта? Чем я позиционируюсь от других? Вот примерно 1,5-2 часа прорабатывается стартап, на выходе из которого несколько сотен разной степени банальности мысли про ваш стартап и сквозное позиционирование. Под такую-то проблему, вот такое лечение в таком-то канале за счет вот этого купят. То есть это надо идти, собирать лендинг и, собственно, идти продавать. Про КСДФ понятно? Что-нибудь? Скажите мне, да, или хотя бы поднимите руку. Я физрук, меня действия тоже устроят. Частично. Задавайте вопросы. Я надеюсь, что непонятно, поэтому можно меня поспрашивать. С практикой надо как-то.
Что? Практика вместе. Ну вот чем мы сейчас и выйдем. Вот сейчас разберемся. Соответственно, первая возможность — это вот такую вот вещь поискать. Соответственно, вот подходите и говорите, мы про КСДФ. Слайд. Можно слайд. Собрал. Вторая игра. Плохо все видно, но ничего, тогда я буду рисовать. Это про юнит экономику. Как мне встать так, чтобы вы эту штуку видели? Если я здесь, тем, кто на галерке, видно? Окей. Смотрите, как мы помним, бизнес – это процесс. Удовлетворение потребностей покупателя. Это означает, что сейчас, внимание, я буду покушаться на святое святых, как бы на всю экономику, и сводить к очень простым формулам, поэтому проверяйте, насколько это на вас ложится. Я утверждаю, что любой B2B или B2C бизнес, знаете отличие, да? Угу. Кто не знает? Напомните. Бизнес для конечного пользователя, я закрываю потребности того, кто меня покупает. Здесь бизнес для бизнеса. Я помогаю бизнесу настраивать его процесс. Либо у него процесс лучше, либо я лучше даю ему информацию по потребности и так далее. Вот это подчиненная функция. В конечном счете все приходит сюда. Мы можем говорить, что конкретно у моего бизнеса покупатели... Бизнесмены. Ну, просто другие бизнесы. Дайте мне пример B2C. Ну, что, купил автомобиль, там вот колесо купили, B2B. Да. Сейчас. Подождите, магазин чего? Магазин одежды. Магазин одежды. Человек покупает магазин продуктов. Да? А вот это? Внедрение в офис, заказывают ручки. Не-не-не, вот для этого же бизнес. Бизнес продает одежду. Оптовый продавец. Здесь ткани, ткани, оптовая поставка и так далее. Разобрались. Смотрите. Теперь, раз у нас покупает, то есть какое-то количество людей, которые про нас узнали. User acquisition. Просто они нас, некоторые из них почему-то решили купить. Возник параметр конверсии, который дал нам новых покупателей. Если у нас люди про нас узнают, но ничего не покупают, значит, у нас что-то не так, да? То есть здесь параметр конверсии. Дальше. Раз они покупают, а мы в бизнесе, то, соответственно, они нам платят каких-то денег. Возникает средний чек, average price. У нас есть какие-то сопроводительные товары на продукт. Cost of goods. А еще у нас есть затраты, не связанные с продажей, которые мы, тем не менее, несем. То, что мы сжигаем, burn rate. И вот если вот эта вот формула у нас там больше нуля, то в целом мы, наверное, в операционном нуле. Давайте разберем затраты. Дайте пример затрат на товар. В бухгалтерии это называется переменные постоянные затраты, что полностью теряет поставка. Ну просто мы за этими словами теряем суть. НДС, комплектующие изделия. Сейчас. Комплектующие. Куда? Сюда или сюда? Затраты. Затраты на товар. Окей. Сборка. Сборка. Затраты на сборку. Еще. Упаковка. Упаковка. Доставка. Доставка. Складской. Складское сюда? Нет, или сюда. Почему? Аренда. Почему нет? Потому что это постоянное, которое в любом случае что-то там не нашлёшь. Мы несем затраты на склад, независимо от того, как у нас продажное отдело работает. Давайте еще сюда затраты. Потеря от брака. Что? Потеря от брака. Зарплата административному аренда. Персоналу. Окей. Вложение в рекламу. Вложение в рекламу куда? Сюда, сюда?
Левее. Вообще вот сюда. У нас вот здесь вот реклама есть такая. Нет, ну. А... Налоги. Какие? Вот подоходные туда, а какие-нибудь там за деятельность? У меня патенты. У вас есть патентные книги? Зарплатные всякие там, подоходные, СЗН и так далее. На какую зарплату? Здесь мы договорились с зарплатами. Здесь есть какая-нибудь другая зарплата? Да, рабочие, которые те, кто из Канады. Собирают еще? И зарплата, и водители всякие. И что? Продавцы. Конечно. Если, если зарплата продавца вот здесь, то он никак не мотивирован продавать. Про то, куда мы деятельные затраты ставим, это, собственно, зависит, ну, от нашего политического решения. Мы где-то их можем ставить сюда, где-то сюда, и, в общем-то, все это в целом собирать. А, вот это вот называется формула revenue, собственно, доходная часть. А, теперь, если мы удовлетворяем потребности неплохо, то часть людей, которые у нас купили, придут к нам снова. Соответственно, возникает, мы же им не впарили, мы же им потребность удовлетворяем. У них эта потребность есть, скорее всего, не одноразовая. И они говорят, спасибо, я хочу купить снова. Возникает параметр retention, который дает, в английском это старые покупатели, а у нас постоянные покупатели, которые купят на следующий цикл плюс один. Понятно? Смотрите, я только что написал всю экономику. Еще реферальный трафик. О, что такое реферальный трафик? Еще плюс один. Подождите, еще плюс два. Подождите сейчас. А кто из здесь присутствующих не знает, что такое реферальный трафик? Скажите, что такое реферальный трафик. Чем он отличается от этой формулы? Тем, что еще один байер получился не за счет наших вложений, самую первую перемену, а за счет того, что его привел вот тот самый байер, который уже был. А, может быть, история, в которой эти люди, за счет того, что они про нас что-нибудь говорят, возникают реферальные ссылки, сарафанное радио, оцифрованное, позволяет нам еще получить доп. Историю. Еще большая часть людей про нас знает. И, в общем-то, как раз таки, чем прелестен интернет, в том, что там все считается, тоже можно отслеживать. Цикл будет всегда замкнутый. Смотрите. Это означает, что есть параметр конверсии, помните ее, средний чек, затрата на товар, наши постоянные затраты и ретеншн. Все. Любой бизнес устроен вот по таким пятим метрикам. Они у нас есть в поле игры. Конверсия, средний чек, затраты на товар, burn rate и возвратность. Давайте посмотрим на примере. Шумел. Смотрите. Я говорю, вот я сейчас нарисовал вот это, она, вот это же самая формула, поэтому можно я здесь ее сотру. И поэкспериментируем. Вадим, а вам вопрос? Давайте. Ну, может, не совсем по теме, но косвенно. А почему вот во все терминологии, они все на английском? Почему на русском? Мы живем, скажем так, в стране русскоговорящей. Почему спасибо. Не адаптировать экономику под нашу среду? Почему не нравится? Спасибо. Значит, ответ такой. Вообще, вот тут не видно, но тут по-русски. Вот. Как, чтобы была расшифровка именно этого. Но поскольку мы живем в общемировом контексте, и ну, в мировой венчурной истории. Мне кажется, это тем более справедливо для Беларуси. То важно понимать, как в целом мир разговаривает. И поэтому, несмотря на то, что в бухучете есть переменных затрат, постоянных и так далее, мы используем
те слова, чтобы когда вы с ними встретились, это же в том числе образовательная игра, вы понимали, о чем речь. Да, и они к тому же еще эмоционально окрашены. Cost of goods, это сопровождение на товар, burn rate. Burn rate. Та история, которая мы сжигаем эту вещь. Продаж нет, а затраты есть. И если вы помните, когда мы рисовали вот примерно здесь же вот те самые MVP, то это как раз история, где burn rate очень долгий, а мы продолжаем их сжигать, продаж нету. Давайте вот тогда, прежде чем я вернусь к этим циферкам, давайте я другой график нарисую, раз уж такая инъекция возникла, я ее перевращу. Внезапно покусимся на святое, чтобы это тоже разобрать, так называемую инновацию. Что такое инновация? Некое новое решение. Старые проблемы. Попроще, смотрите, я, мне кажется, все делаю с тем, чтобы простыми словами стараюсь объяснить сложные вещи. Это какое-то новшество, которое имеет коммерциализацию. Инвестиции в множество. Я дам страшное определение, а потом сделаю его простым. Инновация – это период жизни продукта до появления эластичного конкурента. А теперь по-простому и наглядно. Возможно, вы видели вот такой вот воодушевляющий график. Есть некоторые затраты. Мы вначале как бы вкладываемся, работаем. Потом в какой-то момент возникает такая история. Это затраты, да? Это жизненный цикл продукта, совершенно верно. Оптимистично его рисуют вот так. Теперь, что происходит вот здесь, когда производная поменялась? У нас много-много денег стало денег. Скорость траты денег снизилась. Что произошло? Поступление от продаж. Какие-то пошли продажи, да, мы закончили инвестирование. Что происходит вот здесь? Сравнивается затраты. У нас по этой формуле, точки безумности, еще рано, вы что? У нас возник операционный ноль. У нас затраты совпадают, соответственно, с притоком денег. Потом мы постепенно, докручивая экономику, приходим вот сюда. Вот она, точка безубыточности. Сюда же денег-то люди вложили. Вот здесь продажи начались, вот здесь операционно ноль, вот здесь точка безубыточности, здесь мы начинаем зарабатывать. Потом, что происходит вот здесь, когда скорость зарабатывания денег замедляется? Спрос удовлетворяется. Насыщение частично. В силу, да, чего-то, то есть. То, что случилось? Пик. Продукт становится популярным. Максимально насыщенность. Это, конечно, романтичная картина. В практике все происходит где-то вот так. Потому что клиент. Теперь смотрите. Вот стадия про инновации, она вот здесь. Пока у меня есть что-то, что никто не может повторить, я пока не испытываю. То есть у меня уже начались продажи, и я иду сюда, и никто не может меня скопировать. У меня есть короткая история монополии. То, о чем мечтают любые бизнеса. Нет конкурентного давления. Можно просто удовлетворять потребности клиента. Вообще, чем большая, много потребностей берем, удовлетворяем, все хорошо. Никто не мешает. Вот это период, когда у меня есть инновация. За счет чего? Сейчас не только цирк Дюссалей выступает без животных. Да? В долгую каким-то образом ситуация поменяется. И так далее.
А в тот момент, когда здесь появляется человек, который говорит, у меня все то же самое, но дешевле, просто то же самое, возникает эластичный конкурент. Инновация кончилась. Обычно очень быстро после этого все заканчивается. И, а это все зависит от времени. И в этом плане вся история про стартапы, все венчурные. Мы вот подтвердились вот здесь, полетели, и пока здесь никто не появился, мы здесь работаем. В этот момент бессмысленно сюда что-то инвестировать. Все кончится. Разобрались? С инновациями тоже все, все понятно. Что, чтобы не было никаких историй. Поэтому вот это все базируется на том, что мы умеем считать деньги. То есть, давайте их наглядным образом посчитаем. А почему секундочку инвестировать нет смысла? Вот здесь? Да. Почему, почему бы не продлить вот этот самый период? Почему бы не вложиться в то, чтобы... В том, чтобы... Давайте обсудим. Да, может быть, более агрессивно какую-то рекламу сделать, там еще что-то. Разработка, то есть продолжить вот эту инновационную историю. Ну, как те же там Apple возьмем. Когда, ну, не последняя там, а определенный этап, когда действительно там постоянно было что-то новое, а не один и тот же телефон разработал. Ну, так новый продукт, это значит... Спасибо, я ждал от этой. Компания... Ну, будет инновационно, если она все время умеет находиться вот со своими продуктами вот здесь. Там сейчас кто пользуется iPod'ом? iPod'ом или iPod? iPod'ом. Плеер. Просто плеер. Никто. Как бы эта история кончилась. Компания осталась, у них новые продукты. Вот как раз вся суть в том, что она умеет делать постоянно инновационные продукты, которые потом стремительно будут схлапываться. А если ты еще лидер индустрии, за тобой в кильваторе будет столько народу смотреть. Потому что ты уже подтвердил, что штука работает. Не надо искать. Ответил? Есть да. Продукт. Продукт вот здесь. Если говорить, примите только к одному конкретному продукту. Да. Ну а подождите, а мы продаем продукт. Компания продает продукт. Если компания... Там просто пиарит свой бренд, она зря сжигает, аудитория не удовлетворяет потребности. Все понятно? Да. Защита интеллектуальной собственности поможет? Нет. Зачем? Вам, смотрите, защита интеллектуальной собственности, во-первых, имеет ограниченные, временные. Все, что вам нужно по защите интеллектуальной собственности, это возможность пойти в суд. Только за это можно. В каких-то индустриях, к примеру, в фарме, это сверхкритично. Там, пока мы ничего не защитились, там очень короткий зазор. Там, как бы, как только мы защитились, мы тут же про это всем рассказали. Ну, значит, всем, да, как бы, все имеют доступ. В этом и заключается суть. Если мы защитились только на территории одного государства, рассказали все равно всем, то зачем мы защищаемся здесь, в одном государстве, а не всюду, стоит денег и так далее. Есть, ну, так называемые патентные тролли, которые говорят, мы защитили, а потом дайте нам денег за то, что вы пользуетесь нашими разработками. Ну, так каким образом договариваться? Это не про бизнес, это не про продукт. Защищает скорость. Чем быстрее вы в этой истории прыгаете, чем больше вы владеете рынком, ну, тем у вас более устойчивое положение. Потом, ну, понятно, да? Считаем. Предположим, есть у нас с вами какая-нибудь конверсия, 5% целого. А средний чек, 4 монетки, 4 рубля, просто в бутсу, 3 рубля. За 3 покупаем совокупно, за 4 продаем. Burn rate 9. И retention мы продаем не ерунду, мы реально работаем, у нас 30%, треть возвращается. Предположим, мы привлекли 100 участников. Сколько из них купило? 5. Okay. Сколько мы заработали? Это вал, мы взяли столько денег, а заработали сколько? 5. 4 минус 1 рубль, на каждом заработали единичку, соответственно 5 заработали.
Наш финансовый результат? Минус 4. Ну, такой у нас стартап. Вроде все хорошо, продаем и так далее. Теперь, продаем немного, сколько это народу придет еще? 30% от 5 это сколько? 1,6. Значит, сколько у нас там игра, она целочисленная, да, мы округляем, поэтому будет примерно 2. Это означает, что еще 2 человека без затрат придут и купят. То есть мы еще 2 монетки заработаем. Два. Теперь от этих двух 30% сколько останется? Округлим? Да, вначале полностью озвучим, потом округлим. Полностью сложно. Ну, учитывая, что там было все-таки там 1,6 с копейками, то здесь будет, получается, там округленно половина. Ну, 0,6, 30% от двух. 2 умножить на 3 разделить на 10. 6. То есть один, еще один купит, и после этого уйдет совсем. И это ваша история про LTV. Сколько с нами вот людей? Вот мы вложились в рекламу, 5 взяли, прибежали, финансовый результат какой? Минус один. Ну, уже неплохо. Мы понимаем, что вот нас еще называют модным словом когорта. Моя задача, чтобы простые вещи, мысли, сложные вещи, просто объяснять. Вот люди купили за счет retention, с нами осталось, в итоге этот финансовый результат с нами остался. Любой параметр, который можем сейчас поменять, мы же управляем своим бизнесом. Что значит управляем своим бизнесом? Как говорил Дмитрий, да, у нас гипотеза должна отражаться в наших действиях. Оно должно сказываться на один из этих параметров. Если вы что-то в бизнесе делаете, что в эти параметры не складывается, то вы занимаетесь чем? Прожектерством. Что? Прожектерством. Правильный ответ такой. Поскольку это же полностью, мы приумножаем burn rate. Может, затраты какие-то несем? Ну да, соответственно, мы берем и зачем-то выкручиваем себе постоянные затраты, которые никак не сказываются на наших продажах. И вот в то, когда, в какой момент, какой параметр можно лучше улучшать, и это игра юнит экономики. Вот у нас я нарисовал вам те самые стартовые параметры. 5% конверсия, 4% средний чек, 3 затраты, burn rate такой-то, процентаж такой-то. Это приведет к тому, что мы сколько-то денег там, может быть, потеряем, сколько-то постоянных клиентов у нас останется, они, соответственно, купят в следующий раз, а мы, может быть, какую-то экономику поменяем. И получается, что каждый раз мы работаем в следующей логике. Это я начинаю рассказывать вам правила, которые, возможно, было познакомиться в перерыве. У нас есть 6 стадий. Если я здесь пишу, видно или плохо? Видно, да, нормально. Да. Нет, я все больше галерку спрашиваю, понятно, что у вас нет проблем. Или давайте вот что возьмем, циферки я оставлю, а вот здесь нарисуем. Так, есть нулевая стадия. Вам, мы ее называем пивот. Это как раз право сказать, я все делаю по-другому. Мы разыгрываем стартап, который получил инвестицию. То есть он находится в акселераторе Free. Соответственно, сразу после пивота, 3 хода подряд, вы будете получать инвестиции по 10 монет. Что значит, я сделал пивот? Я выставил все на стартовое значение. И потом сделал столько улучшений, сколько ходов сейчас. На первом ходу будет одно улучшение. И вот в этих параметрах можете сейчас, и это будет там на столе, взять и сказать, я что-нибудь взял и увеличу. Как вы думаете, что надо сейчас увеличивать в этой истории? Конверсию, да? А у кого другие версии? Либо количество клиентов, которые заходят в воронку. Либо... Или количество клиентов, которые. На каких количествах клиентов мы выйдем в ноль? 9.
Нет, ну, в ноль привлеченная аудитория. У нас аудитория 100. Ну, там надо 20 еще накинуть, это будет плюс единичка, которая, в принципе, там конвертируется, там уже даже больше нуля, наверное, будет за счет последнего. 20%, если мы вложимся в аудиторию, дорастет, то уже в ноль и так далее. А если у нас получилось привлечь только половину, только 50, какая ситуация? 50 ничего. Ну, 50 дополнительных клиентов. Ну, ну как вы округляли, так щедро, так оно и в большую сторону округляется. Только 3 человека купят, соответственно, 9 монет заработают. Только 3 монетки заработаем, будет минус 6 результат, ну и так далее. То есть вот этот параметр. Все зависит от всего. Но вот где-то есть в теории Голдрата, слышали про это что-нибудь? Вы цель упоминали? Есть отличная книжка, она так и называется. Цель. И я у Голдрата написал. Кто слышал? Раз, два, три. Не, ну вы подержите руки. Все. Окей, понятно. Тоже полезно прочитать, она про то, что надо найти узкое место. Всегда есть какое-то узкое место, именно если его расширить, то все пойдет очень широко до следующего узкого места. А, значит, игра заключается в том, что мы все время эти узкие места меняем. Что-то происходит, мы имеем возможность эти параметры поменять. Как? После того, как мы сделали пивот, получили первые инвестиции, мы можем взять и улучшить свою бизнес-модель. 5 карт. Вот таких вот. Они лежат. Значит, там есть параметр. Есть описание на русском. Что это за параметр? Есть на русском же озвучение, за счет чего этот параметр вырос. Увеличил минимальный срок контракта. Это позволило мне продлить ретеншн. Или ввел кредитные программы. Это позволило повысить средний чек. Ну и так далее. Мы выбираем из 5 возможностей, которые у нас есть. 2. 3 сбрасываем. В этот раз мы ими не пользуемся. Мы выбрали 2 решения. И 2 решения либо дают впрямую увеличить какой-то параметр, улучшить. Это стоит всегда 2 монетки нарисованные. Либо вложиться в защиту. Соответственно, мы не улучшаем свой бизнес, но мы делаем его более стабильным, то есть вкладываемся в людей, которые нам этот процесс обеспечивают. Поясните насчет людей. Что? В каком смысле? Как измеряется? Смотрите, у нас в бизнесе вот, за каждый параметр отвечают какие-то люди. Опять-таки, если люди ни за какой из этих параметров не отвечают, зачем они в нашем бизнесе? Кто отвечает за конверсию? Продавец. Маркетолог, который и продавец, который на это влияет. Все так. Кто отвечает за средний чек? Больше отвечает продавец. Вот это больше маркетолог, он как бы говорит, здесь больше продавец. Они оба отвечают за 2 параметра. Кто отвечает за затраты на товар? Менеджер. Производство, тот, кто у вас бэкэнд ведет и так далее. Логист. Логист и так далее. То есть, все, если мы будем разбирать функциональность, то мы говорим, в итоге люди делают какие-то задачи, которые меряются вот в этом. Еще раз, бизнес простая штука, там все можно померить. Кто отвечает вот за эти стратегии? Нам нужны такие-то склады и так далее. Ну, кто-то говорит, давайте сюда вот добавим чего-нибудь. Кто отвечает за ретеншн? Нет. Маркетолог вообще. А еще раз по-русски это что? Возвратность. Ну, типа стационарное радио. Да, централка, да? Маркетинг. Самое качество товара можно. Ну, маркетолог, да, возвратность. Нет, что говорят о человеке, который. Удовлетворенность клиента, да, зависит от многих, на каждой стадии. Все от всего зависит. Есть человек, который вот у вас это ведет? Рабочий, который производит товар. Ну, часть, а еще? Не, ну если говорить применительно к человеку, у нас же понятно, что да. Продукт во многом. А так, наверное, продавец и маркетолог. Для технического контроля продавец может быть, да. Если продавец обхамил, то не вернуться за товаром второй раз, если товар некачественный. Вернуться, но чтобы этот товар отдать. Нет, ну просто маркетолог может еще стимулировать эту штуку.
Он же может какие-то инструменты доклеить, чтобы была мотивация. Я понял. В IT обычно за ретеншн отвечает аккаунт-менеджер, тот, который сопровождает клиента и делает так, чтобы клиент вернулся. Конечно же, не все должны работать друг с другом. Пятый навык, вспоминаем, да? Вот. Но маркетолог обычно отвечает за то, чтобы люди, которые про нас не знают, про нас узнали. Продавец берет у него этих вот людей, которым интересно, и превращает их в покупателей. Производство делает их довольными. Соответственно, аккаунт делает так, чтобы они к вам вернулись. Все связано со всем. В этом плане, если люди все эти слагаемые понимают, то вам сильно проще управлять, в том числе, бизнесом. Сейчас я маленький акцент поставлю и вернусь сюда. У нас часто вот эту игру покупают стартаперы, и я свою команду все время тренирую, потому что это позволяет одной репликой потом сказать: ребята, у нас сейчас задача за ретеншн. И все в своих деятельности понимают, на что мы работаем. Ребята, сейчас подняли чек. Учитываем, как это на вас сказывается. Поскольку все в эту игру играют, у них возникает то самое форматирование. Одно понимание того, как весь бизнес устроен. А они в полях. Я за них в поле не схожу. Ну, просто. Они там вот лучше всего меня понимают ситуацию. Это позволяет нам очень просто договариваться. Ребята, на этот месяц на ретеншн. Что спустя неделю произошло? Вот так, вот так, вот так. Переключаемся, окей, заливаемся на конверсию, смотрим на это. Все понимают, что происходит в целом у всей организации. Это удобно. Поэтому действие, которое предпринимает клинический аппарат, на первой стадии отрабатывается карточками. На второй стадии возникает то, что вы борьба за аудиторию. Разыгрывается аукцион. То есть у нас есть какой-то набор аудитории, 250, что выпадет, это как бы случайный фактор. И мы делаем ставку. Как мы делаем ставку? Деньгами. Сколько у вас денег на счету, столько денег вы можете поставить. Соответственно, тот, у кого будет самая высокая ставка, тот и будет первым выбирать ту аудиторию, которую он возьмет. Ну, обычно берут самую большую, но иногда не так. Понятно, да? Как в директе, один в один. Самая высокая ставка позволяет взять самую большую аудиторию. Но на третьей стадии мы будем биться за команду. Что это означает? Это означает, что я могу любого за столом проатаковать, сказать, вот по этому параметру среднему человеку я кого-то атакую, делаю офер сотруднику. Если мой офер больше вашего, то есть мы оба делаем ставку друг против друга. Если мои деньги больше, то я человека себе переманил. У вас параметр на единичку упал, у меня он вырос. Понятная история. И поэтому деньги понадобятся и сюда тоже. Четвертая стадия – рука рынка. Которая влияет на целом, у всех параметры какой-то изменятся, вырастет или упадет, соответственно, тот, кто будет разыгрывать эту руку, он на всех повлияет. И спустя вот это вот все, мы наконец-то посчитаем результат, который отразится в наших деньгах и в старых клиентах. Все, потом следующий цикл. Стадии понятны? Время делать выбор. Кто-то может сказать, я пойду играть вот сюда. Соответственно, больше мне надо разобраться с экономикой. Кто-то, предыдущий слайд, кто-то скажет, а мне сейчас важнее именно содержательную часть своего стартапа проработать. У нас с собой 3 площадки, то есть я рассчитывал на 18 человек. В общем-то, можно и понаблюдать, но лучше поработать. В плане я вот сейчас предлагаю голосовать. То есть кто хочет именно в юнит экономику сейчас с этим поработать. Это второй, который? Да.
Второе. Так, еще раз. И водка. И то пивот. Это вот КАЗДЕФ я сейчас показываю, карточку с пивота. До этого был КАЗДЕФ про юнит экономику. Кто экономикой будет? Любой кипиш, кроме голодовки. Окей, все понятно. Кто с проектом КАЗДЕФом поработает? Окей. Хорошо. Кажется, все собирается. Значит, смотрите. Те, кто идут на экономику, пройдитесь туда, там стоят поле. У вас в руках как раз памятки игроков, которые я здесь всего лишь продублировал. У вас все там детально расписано. Располагайтесь по 6 человек вокруг каждого из стола. А те, кто КАЗДЕФ, останьтесь здесь со мной. Чуть подробнее на это поговорим. Всюду понадобятся листочки и ручки. Окей. Значит, садись поближе. У кого есть прям свой проект? Или вы не дошли еще? Есть идея. Некому озвучил. Нет команды. Ну я же озвучил. А, вот есть ваши идеи. Смотрите. Что я предлагаю сейчас сделать? Соответственно, вас 9 человек. Сделаем вот что. Делаем две локации, значит, таким образом. Вам понадобятся листочки и ручки, на которых вы последовательно будете отвечать на эти 10 вопросов. Значит, у вас есть идея, а здесь у вас тоже что-то есть. Ну, проблема есть. И, как у клиента есть идея, как ее решить. Все понятно. Значит, смотрите, садитесь вокруг себя. Значит, у вас будет... Сядьте так, чтобы вам было удобно. Почему я даже думаю, пойдемте там на столы, потому что там будет удобнее писать. Пойдемте. Мне интересно будет, надо спокойно включаться. Давайте я вот ей правила вам принес. То есть, смотрите, ситуация такая. У вас есть носитель идеи, это вы. И здесь есть носитель идеи. Давайте я буду. Давай. Спасибо. Вы не меня спрашиваете. Коллег, присаживайтесь. Вы рассказываете, какая у вас целевая аудитория. Что-то рассказываете. Должно появиться на листочке. Сейчас вот вы должны вооружиться бумажкой, вместо блокнота и ручкой. На мобильность есть? Идите пока сюда. Просто мне нет, это будет удобнее. А вы друг друга можете раз какие-нибудь идеи. Здесь темно. Просто вот тут есть городские повесы, можно это можно, да? А здесь горбережливые истории. Все, пожалуйста, вот вас там пятеро. Вы идите сюда. Вот. Значит, вы пока в позиции стартапа, а вы в позиции конкурента. Соответственно, карточка стартапа у вас. И конкурента, да? Да. Карточка конкурента, где-то здесь была красная карточка. Давайте напишите действия, которые вы сейчас. Все, и мы отвечаем. Отвечаем на вопросы. Все ничего в команде? Да, это не сомнительный проблем. Вот у вас общий перечень. Далее пишем 10 ответов на вопрос, какие проблемы. Соответственно, все остальные, у кого нет карточек, они в позиции клиентов. Вам надо, чтобы вы совпали, то есть вы все по весу. Понятно, да? А вы все бережливые люди. А для конкурента какая роль? Давайте.
там, сейчас я расскажу вам, человек клиент. И вы пишете 10 проблем, которые есть у таких людей. Это клиент, да? Да. Нет, у вас у клиента что? Я сейчас. Вы клиент, клиент и клиент. Вы потом все будете с вами меняться. Один конкурент, да. Вам надо попасть друг в друга. Какие проблемы у вас есть? Если вы друг в друга попадете, то тогда вы оба запишете себе по одному очку. Вы пишете, какие проблемы вы решаете для этой целевой аудитории. Сейчас мы не совещаемся друг с другом. Не совещайтесь. Вы спокойно пишете, это фаза сопения такая. А вы пытаетесь угадать, что пишет стартап под вот этот вот повес, чтобы это забрать себе. Вы клиент, вы опасаетесь. Вы разрабатываете бренд или уже бренд есть, но только вы его толкаете? Я уже выяснил, что нет. Что? Все понятно. Теперь напишите, не замечаясь, 10 проблем, которые у вас есть. То есть вы не модельер. Проблемы. Ваши проблемы. Мы в нашей игре. Вы пишете те проблемы, которые вы стараетесь у них решить. А вы охотитесь на них. Пожалуйста, 10. Я просто не если нам вот я просто говорю, что я считаю, чего я боюсь, я опасаюсь. Нет, это всего лишь описание вас целевой аудитории. У вас могут быть совершенно другие проблемы. А то есть куда я хожу, где я там? У вас есть, вот вы уходите с утра, у вас говорят какие-то проблемы. Вот, у вас есть, вот вы и пишете. Ваша задача попасть друг к другу, чтобы у вас были схожие проблемы. Ваша задача попасть в них, а ваша задача попасть в стартап. Лучше пишите на отдельных листочках, чтобы их потом в общую кучу сложить. У вас, наоборот, все есть. Вот у вас-то все есть. У конкурента есть все, он уже все это делает. Давайте еще, чтобы было понятно. Нет, вы все правильно делаете. Соответственно, каждый свой цвет выставил, потом она... Друзья, давайте попрошу вас здесь, на примере этого стола я покажу, а потом с вами отдельно позанимаюсь дополнительно. То есть, просто творческий, так сказать, этот... интерьер. Поэтому вот всюду бегаем, общаемся. Итак, совершенно верно. То есть в начале стартовая позиция каждого цвета. Вас сколько? Вас шестеро, да? Давайте я одного веду с тому, чтобы у вас было 5 на 5. Соответственно, поиграете 5 на 5. Выставили, потом на первой стадии любой один параметр свой улучшаете. Получаете деньги. Соответственно. Деньги у каждого свои, да? У каждого свои. Понятно. Они обозначаются вот здесь. Все вначале получат по 10 монет. Ага. А, давайте вот что. У вас какой цвет? Желтый. Давайте вот желтый уберу, вы будете играть на соседнем столе. С крупье мы остались. Почему? Все, окей. Соответственно, берете и... Вопрос, извините, вот у нас в правилах написано, что стартовая позиция BR на значение 8, а тут значение 9. 8 тут нету такого вообще. Нормально, 9. Да? Это, видимо, старая версия правил. 9. Значит, стартовые все выставили, потом каждый получает деньги и каждый делает первое улучшение. Затем колоду с действиями я вам раздам. У вас все расписано прямо в памяти, что делать. Они тут скорее берете и меня уточняете по вопросам, если вам что-то непонятно. Я считаю, что по умолчанию вам понятно все. Но я здесь для страховки, чтобы если вы где-нибудь замкнулись, вы что-то не поняли. Деньги, стартовую позицию. Каждый, что хочет, то и улучшает. И затем разыгрываете кругу действий. Давайте мы разочек хотя бы один круг пройдем под вашим тщательным наблюдением. Тщательного наблюдения не нужно, но я буду рядышком.
Поэтому. Вот тут вот рядышком давайте. Первый круг. Хорошо, да. Давайте. У нас первый. Что? Так, как зовут Егор? Егор, ты у нас на крупье? Да. На батоне. А может отделили? Вы уже отделили, да. Читали. И где у вас зеленая колода? Нет. Где-то идем. Соответственно, деньги. Каждому. Да, вам же нужны деньги. А когда у вас затраты будут? А, каждый свой цвет, да, деньги, да? Сейчас там получается так. Улучшение. Какие-то улучшения или кто где хочет? На одну, да? На одну, да. На одно деление вверх. То есть это улучшение? Что? Вы просто берете, продвигаете фишку. Вот так. Да? Хорошо. Это конверсия. Да. Это средний чек. Ну, то есть половину фишек. Давай же вот на соседний стол. Ну, не против оранжевого цвета? Нет. То есть к вашим бусам подойдет? Да. Закончилось, если что, берете, срываете на стол. И добавляю. Держи. Поделитесь фишками. Скорее красный. Желтый у вас. Андрей, разорви систему, увеличь здесь, где ты постоянно. Пускай все думают, что ты задумал. Смотрите, вы не будете ошибаться. Вот игра предполагает право на ошибку. У вас затем есть стадия пивот, в которой вы можете взять. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, все лучшие. Все показатели. Следующая стадия. Следующая стадия у вас есть по 5 карт, с которых вы 3 сбрасываете, а 2 разыгрываете. 2 разыгрываете, да. Еще раз, как можно инвестировать в людей? Знаете, что можно каким-то образом не сыграть, не улучшить? Можно поставить свою фишку в защиту. Mm-hmm. Это означает, что когда у вас будут пытаться переманивать людей, ваша защитная ставка будет умножаться в 2 раза. Это у вас. Так, еще раз, Егор? Да. Тоже. Пока тут фаза сопения, да, там разберемся. Получается, что 3 карточки не сбросить. Да, выкидываешь 3 карты, и потом... Да, и выкладываешь это самое. Как ты не придумаешь, что спрашивать? Две скидываем? 3 скидываем, 2 оставляем. Сейчас улучшали, да? Да. Да. Не знаю, вот здесь вот это, что может, вам туда перейти? Что значит мы? Второй подход получается. По этим картам делаем какие-то действия, которые остались. Да, и их, соответственно, только вот непонятно, куда их девать. Соответственно, тоже хорошо, тогда ты показываешь, ну,
показываю карту, что ты какую использовал? Я только не знаю. Внятие конверсии. Подожди, ты даже скинули. Да, тут фишка в том, что очередность должна быть, потому что еще возможна реакция. То есть Егор что-то возьмет, скажет, а дай, конечно, разобраться лучше, возьму на Андреевну подушку. А ты уже, допустим, выкинул свою карту. То есть ты же тоже как-то должен, наверное, в рамках хода укрепить позицию своего. А так ты можешь, получается, с чего? Ах, я не знаю. Вот. Где гуру? Не знаю. И по этому параметру любого игрока проатаковать своими деньгами. Соответственно, берем. А сколько стоит денег атаковать? Сколько поставите, столько и будет. И что, хорошо, вот слушай, атакует мем, у меня можно атаковать. Ну, копейкой. Можно, такое. Можно ставить нулем, тоже нормально. Кого? В каком параметре? Вот по этому параметру. Кого? Какого игрока? Ну вот давай Петя. Зеленым, да? Так, это получается. Пока еще ничего не получается. Пока вы тайно делаете следующую ставку. Сколько это денег? Будет либо ноль, либо единичка. Можно занять денег у друзей, либо нет проблем с этим. Об условиях договариваетесь. Я понял. Тоже вот проголосовали. Да, ваш смысл атаки в ноль. Смысл атаки в ноль? Под нас нет. Это самое. Лучше показатель компьютера. Суть теперь это, наверное. Ты там просто всю сумму пишешь или что? 22 миллиона долларов США, да? Ну, у нас же, да. Все, скрываемся. Один. Один. Оба заплатили монетку. Ситуация не поменялась. Ну, то есть человек, отвечающий за это, остался на старом месте. Хорошо, если бы у него было два, а не один, то он бы понизил бы, да? То есть у меня денег нет уже, все. Так, а вот зато у тебя 150 аудитория. Не, ну единичка есть. Ну, а когда деньги прибавляются? В самом конце. После окончания клуба? Да. А, то есть сейчас люди остальные. Вы кто кого с чем и зачем? По какому параметру? Того и того. Я рекомендую всегда атаковать того, кто больше всех заработает. Это правильно. То есть у кого больше всего аудитория? Это не обязательно. У кого больше экономика? Вы там смотрите, считайте. Все, дальше по кругу, соответственно. Может... Хорошо, что дальше? Вот мы сейчас проатаковали. Каждый проатаковал, ну вы сделаете этот клуб. Каждый может кого-то атаковать. У нас еще 4 атаки по уже идет. Никого не атакую. Вы, да. Вы спокойно как бы доживаете. Держитесь. Всегда. Я напоминаю, что всегда есть можно занять денег, до каких-то условий договориться. Как у вас? Водички. Дальше на 0,4. 0,04. Оставить на 0,4, на 40%. 24, 24, 2 получается. Вы кого считаете? Его. Давай. У вас какая аудитория? 150. А, какой у вас цвет? Белый. Потрепали вас, да? Да. Сам. Соответственно, 4% от 150 это 6. Соответственно, 4 минус 2, 2 монетки на каждом 6 на 6 на 2 – 12, минус 9 – это 3 монетки вы заработали. Получите себе 3 монетки. Раз, два, три. Теперь от 6 покупателей 40% – это 2,4, то есть 2. Две фишки постоянно покупателя поставьте сюда. Они купят у вас на следующий ход. Их не надо будет конвертить, они просто у вас купят. Все понятно. Все? Все, все остальное точно так же. Ну вот про полинг было непонятно. Те действия только в защиту и на своей атаке не улучшат экономику. Так нет, если у нас просто действие возрастает, у нас будет. Если вы хотя бы. Нет, это в целом общий тренд. Вы растете, ваш биолет постепенно прирастает. И больше ничего не растет, только издержки. Да. Ну, у вас есть новый рабочий. Вниз, получается, эти фишки. Да. Ты нанимаешь нового менеджера, он тебе там наверняка. Ему нужно работать. Наверное, он, наверное, что-то вам хорошее делает. Тут. Здесь у него просто доп. Рабочее место. Рабочее место вкладывает. Там всего 3 монетки. О чем вы говорите? Семен Семенович. Как вас по батюшке? Николаевич. Вы Петр Николаевич? Да. Петр Николаевич. Там всего 3 монетки, как бы, зато человек за полезным делом занимается. Монетка, как говорится, рубль бережет. Бережет, да. Да, все так. А, скройте. Да. Давай. Стоп. Ты сейчас выбираешь первый, случайно.
2 у тебя. Вы денег заплатили? Тоже 0. У нас по нулю. А вы получали плюс 10 монет? Нет, мы без. Мы это для слабаков. Не будем брать без. Я понял, так. Так, я. Две монеты я отдал. А, тут без разницы, да, по 50. 50 обычно с тобой. Ну, давай. Ну, мы снова с тобой, два червяка в этой самой куче. Ничего, мы прыгаем. Сейчас. А я такую хочу. Ну, вы еще брезгуете инвестициями, почему? Не-не, мы уже решили, хрен с ним, ладно, возьмем. Пустим. Мы все-таки долю за это отдали, как бы не брать инвестиции, зачем? Окей, все. Что, сделали ставки? Да. Два. То есть два. Округлим на два. Сколько у тебя? 40%. 7 конверсий, это сколько человек ты посчитал? Подожди, что? 50 человек, 7% конверсии. Сколько? 5 человек? 54 человека. Плюс один старый. Итого 5. Значит, посчитаем. 105 умножаем. 5 монет, 3, 2, 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 2